снова скленечка. Дани... Ой, извините. О, это Червенный, и это гол. Это гол, и вот так действительно одну шайбу Борис отыграл. Итак, смотрим. Скленечка, Червенный, Лабыт закрывает обзор, и шайба влетает в ворот. Так что Скленечка продлевает свою результативную серию. 13-я результативная передача Скленечки. Он выходит на единоличное первое место.